Ребята из спортивных секций «Дрозд» Балакова переполняют эмоции. Они стали частью рекорда самого знаменитого отечественного путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Миняйла, которые пролетели 2540 километров, посвятив свое достижение по дальности полета на воздушном шаре 20-летию организации «Дрозд». И в честь этого события в Балакове прошел большой праздник, на который пригласили воспитанников спортивных секций «Дрозда» и школьников, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Благодаря вот вам, вашим достижениям, нашу организацию уже знает в многих странах, на самом деле. А благодаря Федору Конюхову теперь весь земной шар знает, кто такие дроздята. Местом для проведения праздника был выбран стадион «Труд». Здесь безопасно, городские улицы для подъема шара перекрывать не нужно. Ребята играли в большие шахматы, стреляли в тире, прыгали на огромном батуте, погружались в виртуальную реальность. Здесь же проходила фотосессия на мотоциклах спидвей-клуба «Турбина», который тоже поддерживает компания «Фосагро». И, конечно, каждый получил возможность запечатлеть себя на фоне воздушного шара, а кое-кто даже зажег горелки, тепло которых помогает шару подниматься. На поле Балаковского стадиона уменьшенная копия того самого шара, на котором установили рекорд Федор Конюхов и Иван Миняйло. Это сам шар. Он у нас объемом 3000 кубических метров. Тот шар, на котором летали Конюхов с Миняйлом, он 12 тысяч, то есть в 4 раза больше нашего. Из-за ветреной погоды воздушный шар смогли надуть только на второй день праздника. И на это понадобилось всего около получаса. И все это время за процессом завороженно наблюдали дроздята. Они представляли, каково было Федору Конюхову во время полета. Ветра очень сильные в некоторых местах были. Думаю, очень сложно было. Даже морально преодолеть... Чтобы еще таким храбрым быть, это не каждому в жизни дано. У него самый большой в России воздушный шар. Он как бы прославляет Фосагро, Дрозд, страну. Ребятам рассказали, как движется шар, за счет чего набирает скорость и как приземляется. Ветер имеет разные направления на высотах. То есть у земли в приземном слое одно направление, чуть повыше, а всегда должно, обычно всегда правее. И вот за счет изменения высоты шар может куда-то подрулить. Если нужно прям срочно спуститься, то есть веревка сверху, клапан. Он приоткрывается, горячий воздух выходит, и шар начинает снижаться. Слушая рассказ о путешествии Федора Конюхова, многие в мыслях уже строили свой собственный маршрут. Кто-то представлял, как покоряет горы, а кто-то спускался с аквалангом на дно моря. У каждого свои представления об идеальных путешествиях. Они должны быть интересными, в первую очередь для того человека, который путешествует. Именно тогда это путешествие будет приносить пользу и ему, и тем, для кого он эти путешествия делает. В студенческие и школьные годы занимался горным альпинизмом, а сейчас люблю с семьей путешествовать на автомобиле, вот куда-нибудь подальше, в интересные места, где можно было что-то посмотреть, нового для себя узнать, именно пешие, чтобы это были маршруты. Вот в прошлом году Дагестан посещал, очень понравилось. В этом году тоже планируем и в Волгоград съездить, в Казань съездить. Андрей Шибнев добавил, что неважно, на чем и как путешествовать, главное – ставить свои цели и достигать их. Компания «Фосагро» помогла Федору Конюхову и Ивану Миняйло установить рекорд, потому что в основе ее философии также постоянное движение, развитие и лидерство. В этом же ключе развиваются и воспитанники «Дрозда», открывая новые горизонты собственных возможностей.